Всем привет! Меня зовут Настя. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я расскажу вам о первом в мире фильме, который снимали в космосе. Я очень горжусь тем, что Россия первая страна, которая сняла фильм в космосе. И даже завидую актрисе и режиссеру, у которых была такая редкая возможность слетать в космос. На прошлой неделе, 17 октября, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись обратно на Землю. В космосе они провели 12 дней. Фильм был снят на МКС, или полное название — Международная космическая станция. Кстати, съемки фильма начались еще на подлете к МКС. Примерно 35-40 минут съемочного материала из космоса войдет в финальный монтаж. И вообще, как сказал режиссер, он хочет, чтобы максимальное количество космоса было снято в космосе. Актриса, режиссер и космонавт Антон Шкаплеров вылетели в космос 5 октября с космодрома Байконур. Давайте я немного вам расскажу о сюжете фильма. Девушка-доктор, которую играет Юлия Пересильд, должна за месяц подготовиться и полететь в космос, где ей предстоит сделать сложную операцию одному из космонавтов. Фильм будет называться «Вызов». Клим Шипенко, первый режиссер, полетевший в космос и снявший там фильм. А Юлия Пересильд, первая актриса, снявшаяся в фильме в космосе. Во время подготовки к полету актрису и режиссера учили, как в условиях невесомости передвигаться по станции, есть, пить, спать и пользоваться туалетом. Говорят, что бюджет фильма более 100 миллионов долларов. Да, не дешевое кино. Премьеру фильма обещают уже в 2022 году. И сейчас немного об актрисе, исполняющей главную роль в фильме, и режиссёре. Юлии Пересильд 37 лет. По гороскопу она дева. Родилась она в городе Пскове. Её отец писал иконы, а мать работала в детском саду воспитателем.
Юля с детства мечтала стать актрисой. У нее есть две дочери. Анна и Мария. В 2013 году ей была присуждена премия президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры за вклад в развитие отечественного театрального искусства и киноискусства. Режиссеру Климу Шипенко 38 лет. Он родился 16 июня 1983 года в Москве. В 16 лет переехал в Лос-Анджелес. Учился в Калифорнийском университете на факультете кинопроизводства. После университета Клим вернулся в Россию. Кстати, Клим Шипенко – режиссер самого кассового в России и странах СНГ фильма «Холоп». Также он снял фильм под названием «Салют-7», действие которого происходит в космосе, но не в настоящем, конечно же. Этот фильм основан на реальных событиях. Вы можете посмотреть его здесь, на YouTube. Я оставлю ссылку под этим видео. This movie is based on a true story. You can watch it here on YouTube. I will leave a link under this video. Ну вот и все на сегодня. А вы хотели бы полететь в космос? Будете смотреть фильм «Вызов»? Очень интересно послушать ваше мнение. Делитесь в комментариях. Would you like to fly into space? Are you going to watch the movie The Challenge? It's very interesting to hear your opinion. Share in comments. Ну вот и все. Спасибо за внимание. Пока-пока.